По поводу лично Пердинова, его показаний, я уверен, что он сам нарушил закон, попал в поле зрения оперативных сотрудников и под обещание, что не будет привлечен к ответственности, написал на меня заявление в ФСБ, а после дал показания против меня. То, в чем меня обвиняют, я не совершал. Я лишь только хотел организовать праздничные мероприятия для руководителей предприятий и организации Центра культуры и сети на 400 человек и поздравить сотрудниц администрации. Никакой это не корпоратив застольев, это небольшая концертная программа с поздравлениями, а цветы и небольшие подарочные наборы концертов – это знак внимания и благодарность за работу. Следует также отметить, что таких культурно-массовых мероприятий в администрации района в течение календарного года проходит очень много в соответствии с планом работы. И на эти мероприятия очень часто привлекается спонсорская помощь. В данном случае, взяв у Пердинова деньги, я думаю, что он искренне хочет оказать эту спонсорскую помощь. В аудиозаписи, которая велась в день моего задержания, есть наш разговор о том, что эти деньги передавались мне для проведения праздничных мероприятий. И в конце нашего разговора я говорил о том, что я сказал о том, что этих денег, значит, должно хватить для того, чтобы закрыть все эти мероприятия. Все мое уголовное дело с самого начала — это выдуманная история и действия оперативных сотрудников. Если бы это было не так, то в моем уголовном деле материалов не было выявлено бы фактов фальсификации и подлога документов. Ваша честь, я еще раз хочу подчеркнуть, что то, в чем меня обвиняют, я не совершал. Не было у меня никаких личных нужд и целей личных нужд. Не было и общего покрытия, которое я оказывал бы Пердинову за те деньги, которые он мне передал. С учетом всего изложенного моим защитникам, а также в моих пояснениях, которые я давал в ходе судебного разбирательства, я прошу вас принять решение по моему уголовному делу.